Добрый вечер для тех, кто уже подошел, для тех, кто с Божьей помощью скоро подойдет. А вот надеюсь, что я увижу, что уже подключено. И сегодня что-то компьютер так медленно идет. И сегодня, да, здравствуйте, сегодня я хочу поговорить с вами о том, что Всевышний проявляется нам каждый день в каждодневных мелочах, да, а также мы постараемся успеть с вами поговорить о материальной награде, той самой награде, которая обещана нам в Торе. Добрый вечер тем, кто уже присоединился. Поговорим с вами о той награде, которая обещана нам в Торе за соблюдение заповедей. Очень непростой вопрос. И те, у кого будут силы, кто сможет дослушать до конца не самую легкую и простую беседу, надеюсь, что сможет услышать и понять. Итак, человек, каждый из нас, он несовершенен. И, как правило, люди ощущают некую потребность в обращении к Всевышнему только тогда, когда что-то у них происходит в жизни не так, как они привыкли. Что-то, что нарушает привычный ход их жизни, да? Добрый вечер. Допустим, если человек заболел или он испытывает какие-то страдания, да, то, не дай бог, он понимает, что никакие врачи в мире не смогут ему помочь. Тогда он сразу обращается к Всевышнему. Это такое некое естественное, да, последнее как бы место, куда он идет, это обращается к Всевышнему. Если ты понимаешь, что никакие врачи в мире тебе не могут гарантировать, что ты выздоровеешь и вновь чувствуешь себя будешь хорошо, да, то только Всевышний может излечить нас. И только Он может дать нам счастливую и долгую жизнь. И поэтому тогда мы идем и действительно от всей души молимся и просим. Интересно понять, что неважно, какая беда постигает человека, или есть денежные затруднения, или есть какие-то недоброжелатели, и даже такое бывает, что друзья отворачиваются, да, то вдруг человек ощущает некий некомфорт, некий такой диссонанс, и тогда он идет и просит у Всевышнего о помощи и спасении. Но если у нас в жизни все идет своим чередом, то в большинстве случаев мы не чувствуем этого дискомфорта, не обращаем на него, на то, что происходит у нас в жизни, не обращаем большого внимания. Жизнь идет, мы бежим вперед, идем, делаем все как бы все то, что вот происходит, и забываем, что у нас с вами есть персональный наблюдатель, надзиратель и ответственный за все то, что с нами происходит. Интересно, что даже если у нас с вами будет все благополучно, но все равно происходит такой момент, что каждый человек, он приходит в такой момент, когда он состарится и умрет. Да? Нормальная вещь. А вот пока мы молоды и здоровы, у нас есть возможность, способность понять, что то, какой будет наша жизнь, зависит от нас. Да? А наши какие-то желания, которые к нам приходят, если мы поймем, что невозможно даже одно желание удовлетворить на 100%, настолько, насколько мы об этом мечтаем, да, то есть, то поймем, что окей, Всевышний даже то, что нам не удовлетворяет наши желания и не дает возможности удовлетворить эти желания, это все равно хорошо для нас.
как же нам увидеть и понять, что Всевышний в этом мире видит в нашей жизни, в жизни каждого человека, самые маленькие, самые мельчайшие происшествия, да, и что каждый из нас для него единственный и любимый. И когда мы возьмем это как аксиому, да, что Всевышний – это наш папа, а мы у него самые любимые, тогда мы поймем, что все, что с нами случается, все это от него и все нам на пользу. И даже если сегодня нам кажется, что с нами поступили неправильно, нехорошо, нечестно или так далее. И вот один маленький как бы рассказ, один маленький мальчик из Бруклина как-то споткнулся на крыльце своего дома и начал скатываться по ступенькам вниз. И тут его беременная мама кинулась за ним, чтобы его поднять и убедиться, что он в порядке. Мимо проходил Любавический Рэбе, и он посмотрел, что происходит. И тогда в тот же день Любавический Рэбе подходит к отцу мальчика и просит передать своей жене просьбу быть осторожной, что она должна соблюдать, беспокоиться о себе, потому что у нее такое положение, она беременна, важное положение, да, и не прыгать, и не бегать по лестнице. Но самое главное, что эта мама должна знать, что когда маленькие дети спотыкаются, Всевышний подкладывает подушечку, чтобы смягчить их падение. А знаете, что каждый из нас, он тоже маленький ребенок. И куда бы и как бы мы ни падали, Всевышний всегда подложит нам подушечку. Поэтому не стоит считать нам себя беспризорными в этом мире, да? Потому что каждый наш шаг отмечен в книге жизни. И над каждым из нас есть вот эта непрерывная ашгаха, ашпаа, наблюдение, влияние на нашу судьбу. И если мы не понимаем вот этого воздействия Всевышнего на нас, это не значит, что Он бросил нас или забыл. Я хочу еще рассказать некие вещи, которые, может быть, будут вам интересны по жизни, да, потому Раби Шимон бен Юхай, это сын Раби Шимон бен Юхай, известный, да, всем нам Талмид Хахам, вот он сидел и учился вместе с Раби Акивой. И вот был там такой вопрос, почему в Туре сказано, что Ицхак призвал Всевышнего по имени. Что значит призвал? Что такое призвал слово? Да? То есть это когда начальник зовет своего подчиненного, призывает. Да? Так почему Ицхак призвал Всевышнего и еще по имени? И тогда Раби Шимон ему ответил. Наш мир, он очень многообразен. Есть много разных оттенков, которые не замечают наши глаза. Да? Но за все то, что мы видим и замечаем, нам необходимо благодарить наших праотцов, потому что именно они приподнимают тайну с зависи имени, от имени Всевышнего, да, которая звучит, вы все знаете, слышали не раз, это имя, как называют Всевышнего, Шин Далет Юд, да, и вот Раши объясняет, что аббревиатура этого имени означает «Есть у меня достаточно для всех моих созданий», да, но есть еще одно толкование, которое говорит «Шомер Длатот Исраэль», то есть сторож для всех дверей Израиля, для каждого дома Израиля. Вот это самое имя, которое пишут на мезузах, да, и которое вот я вам назвала Шин Далет Юд. Еще есть одна важная вещь, которую мне хотелось бы до вас донести, это о том, что у каждого праведника, и на самом деле у каждого человека, есть два вида злого начала.
Это высшая и низшая тьма. И вот эту нижнюю тьму, нижний вид Ецаргара, злого начала, да, мы можем тут исправить нашей простой работой, которую мы делаем по выполнению заповедей Торы и Мицвот, да, то есть. А вот высшая тьма – это то, что нам иногда кажется, что есть нечто, на что мы с вами не можем повлиять, да. Некоторые может назвать там злая судьба, злой рок или еще что-то. Да, так вот, интересно, что эту тьму может победить только человек, которого мы называем Бааль-Тшува, раскаявшийся грешник. Да, и только вот когда мы достигаем вот этого наивысшего, вот этой наивысшей степени приближения к Всевышнему, это может избавить и исправить нашу верхнюю часть, это Ецар-Ары, верхнюю тьму. Да? Еще интересная вещь, про которую я вам сказала, что мы поговорим сегодня, это то, что в Торе неоднократно подчеркивается. И все, наверное, вы это не раз слышали, что если мы будем соблюдать заповеди, то мы получим материальные блага. Я хочу сказать, что я когда приехала в Израиль, и вот первое, что мы сошли с самолета, нас там встречали разные люди разных направлений. Это был 85-й год, такой особый год, когда практически не было Алии. К нам подходили люди из разных ешив, разных направлений, говорили, если вы пойдете к нам, то мы вам дадим, и перечислялись там, я не знаю, стиральная машина, холодильник, еще что-то, какие-то материальные блага. И меня это безумно тогда возмутило. Я сказала, что я не понимаю, как это может быть. Человек хочет, чтобы мы пришли к нему учить Тору, и первое, что он обещает, это материальные блага. Мне казалось это совершенно даже резко отрицательным, да, то есть Тору мы должны учить только за Тору и так далее, и так далее. Но, еще раз повторяю, в Торе неоднократно подчеркивается, что если мы будем соблюдать заповеди, мы получим материальные блага. А если не будем, то нас ожидают беды. Вообще совершенно как бы. И что интересно, что награда и наказание относятся именно к этому миру, а не к миру грядущему. Тора много говорит о вещах материальных. Но можно было бы сказать, что существует противопоставление иного рода, да, то есть рай и ад. Почему Тора, по большому счету, обходит стороной вот эту самую тему награды и наказания в духовном плане? И почему, по большому счету, акцентирует вот эту идею, что материальное благополучие – это награда за соблюдение заповедей Торы, да, заповедей Творца. Так вот, что перед тем, как попасть в будущий мир, Рамбам объясняет, что мы, люди, человек, живет в земном мире, и он изучает Тору и соблюдает заповеди Всевышнего. Но на самом деле, если он не будет это делать, то он может посвящать больше времени, чтобы направлять свою энергию на решение проблем ежедневного выживания. Да? И чем больше времени он отдает именно этим самым проблемам, обеспечению вот своих каких-то физических потребностей, там, пропитанию, одежде, жилью и так далее, тем меньше времени он в состоянии уделять своему духовному развитию. Да? Чем больше он изнурен, тем меньше сил у него остается на изучение Торы. И тогда мы понимаем, что если материальные блага для человека это всего лишь средства, которые он может использовать для того, чтобы служить Всевышнему и достичь вот этого высокого уровня духовности, то именно тогда Творец
Всевышний как награду предоставляет ему вот эту возможность и обеспечивает его всем самым необходимым, чтобы освободить его от этих самых насущных забот. Еще раз сделаю отклонение и скажу, что когда мы приехали, у меня начали рождаться дети, а у меня, слава богу, бля и нора, 9 детей, я все время смотрела по сторонам, и я не понимала, как люди могут устраивать большие свадьбы, да, откуда они берут деньги. Я не понимала, как люди вообще могут, откуда у них берутся средства растить, воспитывать детей, давать им образование. Это нереально. И сейчас, когда мои дети уже выросли, я могу вам сказать абсолютно четко и честно. Это безумно сложно и нереально, и я не знаю, да, мы всегда честно работали, с Божьей помощью никогда не воровали, всегда, наоборот, помогали людям, давали всегда сдоку, всегда все, что нужно. Я не понимаю, каким образом мне удалось вырастить своих детей. Я не знаю, не могу сказать, как это, откуда Всевышний дал вот эти деньги, эти возможности, действительно, чтобы все учились, слава Богу, все дети учились, чтобы все выросли хорошими людьми, не голодные, не без одежды и так далее. Да? И это как раз вот относится к этой теме. Но когда человек приходит в этот мир и зацикливается на том, что ему важны именно материальные блага, да, сами по себе, для того, чтобы они у него были, да, чтобы деньги лежали в банке, чтобы тут стояла красивая вазочка, чтобы ездить там на супер-мерседесе последние модели и так далее, да, то в этот момент Всевышний начинает умножать число его физических проблем. Ты хочешь держаться за физическое в этом мире? Пожалуйста, решай физические проблемы, давай, вперед, да? И тогда такой человек попадает в условия, когда он должен, чтобы обеспечить свою семью, еще и еще и еще больше работать. И у него совершенно не остается время ни на какое духовное самосовершенствование, ни на какую учебу, да. И он практически отсекает от себя возможность достичь какого-то вот духовного уровня, который требуется ему для того, чтобы получить долю в будущем мире. Что я вам скажу? А из того, что я сказала, можно сделать вывод, что Тора предлагает материальные блага в награду за духовные усилия. Но если мы задумаемся, это на самом деле не так. Потому что в этом мире не существует, я прошу слушать, кому это действительно важно, не существует ни награды, ни наказания. Любые материальные блага, которые нам приходят в этот мир, правильному еврею стоит рассматривать как средство для достижения цели. Какой цели? Чем больше человек углубляется в изучение Торы, тем больше заповедей он соблюдает, и тем выше его заслуга в грядущем мире. Хотя понятно, что изучение Торы, исполнение заповедей, они требуют временных, физических, каких-то там даже интеллектуальных усилий, затрат. Для этого крепкое здоровье, да? То есть физическая возможность учить эту Тору, она совершенно необходима для заповедей Торы, и Всевышний его предоставляет. Когда мы познакомились с моим мужем, познакомились, начали общаться вот где-то 10 лет назад, опять же, я перехожу на личности, на то, что вот с нами в жизни произошло. Человек был постоянно болен. Постоянно то одна, то другая болезнь постоянно его преследовала. И в тот момент, как с Божьей помощью мы поженились, и он начал учить Тору, и он начал преподавать Тору, и он живет в этом мире Торы, удивительно, что все болячки, они от него стали просто отскакивать. Я смеюсь, что сейчас он несравнимо здоровее и сильнее, чем был 10 лет тому назад. Еще одна важная вещь, которую мне хотелось бы до вас донести. Есть некий такой взгляд, есть некое такое понимание, что
страдания, физические страдания, болезни, они могут быть следствием совершенных нами каких-то ошибок, да? И у меня тоже было тоже такое понимание одно время. Я считала, тут-то я поступила неправильно, за это мне Всевышний наслал болезнь, за это случилось так, за это так, за это так. Нам кажется, что нас это, может быть, облагораживает, может быть, это нас очищает, поднимает, да, как-то. Может быть, мы даже относимся к этим страданиям как к некой такой духовной терапии, что вот я пострадал, я стал теперь лучше, я очистился, и теперь, значит, я могу подняться на новый уровень, да? Может быть, мы даже считаем, что Всевышний нам причиняет некую боль ради нашего же блага, да? И есть люди, которые действительно так объясняют. Но Рамбам говорит совершенно обратное. Он говорит, что физическое страдание, оно сдерживает и даже останавливает духовный рост, да? И трудно представить, что Всевышний дает нам это страдание для того, чтобы остановить наш рост, да? Ну, наш выбор, мы хотим расти, и Всевышний вот устраивает нам такие, так сказать, испытания, гонки, да. И знаете, человек, который учит Тору, он не заслуживает этого страдания. А страдания нам даются, если мы сами с вами отказываемся от нашей духовности. А раз мы отказываемся от нашей духовности, значит, мы ее не заслуживаем. То есть это наш выбор. Если Всевышний считает нас достойными быть его нецецот к душа, частичками его святости, да, то он нас освобождает от страданий и снабжает материальными благами для того, чтобы мы с вами могли углубиться в изучение Торы и соблюдение заповедей. Потому что именно для этого мы пришли в этот мир. Ну, а если мы коснулись уже и хотим еще раз спросить, что же там с будущим миром, то обязательно надо вспомнить то, что сказано в Талмуде, что у каждого еврея, у каждого, да, я подчеркиваю, есть удел в грядущем мире. И каждый человек сам себе строит свой будущий дом, свой будущий мир тут, в этом мире, строит делами и действиями, и соблюдением заповедей, и осуществляем мы его вот в этом самом нашем физическом мире. Так что мы сами себе строим, зависит только от нас. Каждый из нас решает, что он хочет тут и что он хочет там. Желаю каждому из вас принять правильное для себя решение, быть близким к Всевышнему и не бояться никаких сложностей, которые возникают в этом мире, потому что у нас есть как есть кли, есть инструмент, как их преодолеть. Всего хорошего.